What is happiness for you? Вот внешний вид с пайщика 60 сантиметров от производителя Ковчег. Сейчас мы покажем непосредственно, как происходит спайка. Очень коротенькое такое видео. Для того, чтобы спаять этот пакет, он закладывается сюда. На таймере выставляется необходимое время. В данном случае для такого толстого полипропилена это 60 где-то или 70 даже микрон. Мы ставим приблизительно на полную вот этот регулятор. Это 70, это получается 11 секунд. После пропайки нужно немножко подождать, потому что полиэтилен, сам понимаете, что расплавлен. Если мы его сольем, то он просто оборвется. Немножко после того, когда он остынет, мы этот пакет снимаем и получаем довольно-таки неплохой шов. Вот в общих чертах о работе этого запайщика. Если у вас нет времени, то посмотрите это видео. Если у вас есть время, то перейдите по ссылочке и посмотрите более полноценный комментарий.